общем, ну, во-первых, я очень рад вас всех видеть здесь, присутствующих, вот, и давно знакомых людей. Вот, ну, вкратце по этому проекту. По большому счету, признаю честно, проект, ну, изначально планировался как рекламная акция, ну, вот, и, ну, в процессе производства он вырос, ну, немножко как-то больше, ну, то есть это и для того, чтобы, и, как говорится, арендаторы могли спокойно выйти покурить, посмотреть, там, ну, вот, то есть там, снять напряжение, вот, ну, и как бы вот открыть забор, ну, и могут проходить жители нашего района, вот, посмотреть на все это дело. В общем, короче, запускаем. Все.